Существует ли машина для работы? Существует. Существует ли машина для отдыха? Существует. Существуют ли идеальные машины для отдыха? Конечно. Что это такое? Это, конечно, японская в правом руле Toyota Grand Via. Автомобиль дизельный, с обалденным салоном. Почему с обалденным? Сейчас объясню. Потому что здесь салон раскладывается полностью. И для кого это машина? Ну, для того, кто любит активный отдых не только в пути, но и, собственно говоря, на отдыхе. То есть здесь как бы 4 пары так легко. Ну и, соответственно, если вы хотите использовать Toyota Grand Via еще и для бизнеса, то сколько там кубометров, я не знаю, но, по-моему, чуть-чуть меньше, чем в «Газели». Преимущества турбированного дизеля от Toyota Prado, они очевидны. 130 лошадиных сил. Не забывайте, что это дизельные лошадки. А как они едут, а? Можно ехать не спеша, а можно и чуть-чуть побыстрее. Так, вот так вот примерно. Это я только слегка надавил на педаль газа. Что мне еще очень сильно понравилось в этом автомобиле 96 года выпуска? Ну, машина 10-летняя и пробег абсолютно реально не скрученный, разумеется. Зачем это делать? Машина была в России у одного хозяина с 2002, кстати, года. И проехала все ничего, 150 тысяч километров. Где ее найти? Ну, по картинке вы уже увидели, где мы снимали. То есть у Альберта автостекло. Ну и телефончик вы тоже видите. При всем при этом, какой здесь фарш? Ну, стандартный японский, разумеется. Два кондиционера, нормально, да? Два аккумулятора, между прочим. Я не знаю, для каких условий делалась эта Toyota Grand Via, но в зимних условиях вопросов нет. Машина полноприводная, но это не джип. То есть, ну, вы можете путешествовать легко, везде и всюду. А как она проезжает переезды? Красиво. И ничего не громыхает. Круто? Да, мне тоже понравилось. Кстати, чтобы понять, как работает этот турбодизель, надо просто нажать на педаль газа. По подхвату. Машина сравнима со всеми отечественными легковушками. Конечно, с 3-литровыми бензинами ее сравнивать тяжело, но нет проблем. И на обгоне, и вообще. Что касается правого руля, для таких размеров абсолютно фиолетово, где он находится. И для такого остекления, между прочим. Единственная просьба, это близко не приближаться к грузовикам, а так обгоняйте на здоровье, потому что сидите вы высоко. Потому что это все-таки настоящий полноразмерный минивэн. Сколько машина стоит? Машина стоит вполне реальные деньги, потому как 10-летняя. И обойдется она вам, ну, 320 тысяч. А если прямо сегодня, прямо сейчас, можно еще и подешевле.